Гостей из северной столицы в 29-й гимназии встречали с национальным колоритом. Это учебное заведение делает упор на изучение бурятского языка. Делегации показали небольшой концерт, кабинеты и продемонстрировали IT-технологии, используемые для изучения родного языка. После гости отправились на встречу с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Я очень рад, что именно вот в год педагога и наставника мы обмениваемся своими знаниями, своими секретами, своим опытом. Я очень рад, что вы нашли время и посетили нас. Конечно, Санкт-Петербург, система среднего образования такого замечательного города, это самая, наверное, большая, одна из самых больших в России, самая лучшая система образования. Поэтому ваш опыт, ваши знания нам очень пригодятся. Комитет по образованию пригласил делегацию руководителей образовательных учреждений администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Директора пройдут стажировку, обменяются опытом и наметят планы на дальнейшее сотрудничество. Нам действительно есть много что рассказать. У нас сейчас очень активно внедряется в Санкт-Петербурге профильное образование, система грантов. Мы, практически все вот обладатели грантов по различным направленностям. Ну и, конечно же, нам интересно посмотреть вашу систему, потому что труд педагога, труд директора школы, гимназии – это общение, это творческое общение. Мы друг друга подпитываем. Также делегация северной столицы примет участие в межрегиональном форуме по реверсивному наставничеству. Андрей Слепнев, Бато Гармен, новости дня.